В начале данного видеоролика хочу всем порекомендовать канал под названием Сахар. Ребят, вы просто посмотрите на эти превью, вы будете в шоке. Он настолько старается над каждым своим видеороликом, что просто он заслуживает вашей подписки. Так что, ребят, перейдите и подпишитесь, как это сделал я. Ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня будет продолжение видео про типы игроков Блокстрайки. Пожалуйста, кому нравится подобная рубрика, поставьте большой и жирный палец вверх, а мы начинаем. Первый тип — это мирный игрок. Это игрок, который всем предлагает мир. Так, зомби, давайте мир. Так, чем напишу? Мир. Зомби, мир, 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 я написал мир. Мир, 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 мир. Да ты чё, Локмен, нормально же общались, чё ты как не мужик, я же мир написал, вот он гад, надо его в чате обозвать. Второй тип — это диванный боец, это игрок, который всех обвиняет в чате. Так, пацаны, ну чё-то вообще плохо играете, ща я им напишу. Гринич, ты ну блох, кто так играет? Не, ну я поражаюсь с моей командой, надо еще чё-то. Вот смотрите, вот это, еще вот этот парень плохо играет, вот с ножа вообще убили. Просто стыд и позор. Третий тип — это поводырь. Это человек, который всегда говорит, где топнычка. Так, пацаны, тут, короче, топнычка. Залезайте ко мне. Мы тут вообще в жизни, нас тут никто не заразит. Вы чё, пацаны? Топнычка in the world. Вот, блин. Четвертый тип — это кемпер. Так. Ждем синего. Синие, вы где? Чё-то синих нету. Блин, я уже долго тут стою. Я уже промерз, мне уже холодно. Синие, выходите. Ох, как же все долго. Эх. Не-не, лучше вылезать не буду, там чуть слишком опасно. Я тут посижу. О, мы победили. О, хо-хо. Нормально, да, классно играю. Пятый тип — это молчаливый Джо. Это тип игроков, которые никого не оскорбляют, которые просто играют и почти ничего не пишут в чат. Когда кто-то заходит в чат и пишет привет, они, скорее всего, просто будут игнорить. Это самый обычный, самый типичный класс игроков. Играет на уровне среднего. Ничего особенного в них нету. Шестой тип — это однорукий. Именно этот тип игроков играет всего лишь с одним оружием, это Дигл. Я скажу так, что он играет с ним крайне-крайне успешно. Седьмой тип — это у нас Тормоз. То есть бывают такие моменты, когда все игроки зашли и не хватает всего лишь одного человека. И вот именно вот этот один человек постоянно везде опаздывает. Вот его мы, ребят, называем Тормозом. Ну что ж, на этом у меня все. Ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, кем из этих типов являетесь вы. Или хотя бы вы на кого из этих типов похожи. Также, ребята, давайте, пожалуйста, мы вместе с вами наберем хотя бы 1000 лайков, потому что если мы ее наберем, то я обязательно сниму продолжение, а именно третью часть. Так что, ребята, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы всегда знать, когда у меня вышло новое видео. Ну что ж, с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока.